викингам. Эй, подожди! А? Обожаю смотреть, как ты взлетаешь большое крыло. Ты самый большой, самый храбрый самолет в мире. Спасибо, Джет. Внимание! Кто-нибудь видел моего хомяка? Он убежал! Да! Он здесь, со мной! Можно мне уже взлетать, Джимбо? Можно? Конечно! Я полетел! Я принесу твоего хомяка, Джимбо! В конце концов, я самый храбрый из маленьких самолетов в мире! Здорово! Итак, Джет в диспетчерскую. У нас посылка. Привет, Джимбо! Вот твой хомяк. Спасибо, Джет. Куда я лечу сегодня? Сегодня ты летишь в Норвегию к одному мальчику по имени Карл. Норвегия находится в Северной Европе. Там много морских заливов, которые называются фьорды. Здорово! Скорее бы мне их увидеть! Не забывай о вежливости. Говори «тусен так», чтобы сказать спасибо по-норвежски. «Тусен так» за совет, Джимбо! О, да! Все приборы включены, включены, включены и включены! Джет! Готовься к взлету! Пора лететь! В Норвегию! Готов к первому дню в лагере викингов? Почти готов! Осталось только дождаться посылки! Хорошо. Не забудь свои носки викинга. Это, наверное, фьорды. И какое же это смешное слово! А вот и дом Карла. Джет, трансформируйся! Они были отличными моряками и исследователями. Я узнаю о них намного больше в лагере викингов. Хочешь со мной? Конечно! Мама, можно Джет поедет в лагерь викингов вместе со мной? Конечно! Запрыгивайте в машину. Мы приехали, викинги! Веселитесь! Ого, Карл! Мне уже нравятся викинги! Я так и знал! И самое лучшее в них, что они были очень храбрыми! Викинги вообще ничего не боялись! А! Карл, это же просто стрекоза! О, да! Я знаю! Я многих вещей боюсь. Хотел бы я стать смелым, как викинги. Уверен, здесь ты таким и станешь. Ты Карл, верно? Я Эрик, твой викинг-вожатый. Пойдем к остальным. Хорошо. Пойдем, Джет.
Прости, но сюда можно только викингам. Лагерь роботов дальше по дороге. Прости, но тебе нельзя, Джет. Ничего страшного. Ты отлично проведешь время, Карл. До встречи. Пока. Удачно добраться до дома. За это не волнуйся. Пока. Добро пожаловать в лагерь викингов. Как вы знаете, викинги были очень сильными и смелыми. Что это было? Он был зеленый и большой. И у него хвост, и большая пасть, как у... дракона! Нападение дракона! Все на корабль! Казалось, или дракон что-то сказал? Всем назад, викинги! Кажется, он ранен. Надо ему помочь. Нет, это слишком опасно. Это Джет. Что он делает? Будь осторожен! Дракон, ребята! Это мой друг Джет! Он самолет и робот! А, правда? Никак не могу снять эту голову! О, ребята, помогите ее стянуть! Да! Да! Тусен так! Карл, ты повел себя храбро! Но это же был не дракон! А только Джет! Но ты не знал этого, пока не подошел. Правда ведь? Наверное. Чтобы подойти к дракону, нужна смелость настоящего викинга, Карл. Мы налетели на камень. О, нет, там пробоина. Вода заливается в корабль. Нам нужно скорее вернуться в док. И еще успеть развернуться до того, как нас отнесет к тому водопаду. Что же делать? Нам нужна помощь. Пора звать суперкрылья. Суперкрылья? Мои друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием. Это база. Что случилось, Джен? Я на корабле викингов вместе с ребятами из лагеря. У нас течь, и корабль относит к водопаду. Но кто сможет вам помочь? Конечно же, Мира. Мира, Джет в Норвегии на корабле викингов, ему нужна твоя помощь. Поняла, пора немного намокнуть. Когда твоя подруга будет здесь, Джет? Времени мало. Это Мира! Дела налаживаются! Мира, трансформируйся! Слышала, вам нужен кто-то, кто ладит с водой? У нас пробоина в корабле, поэтому вода заливается в трюм. И мы скоро упадем с водопада. Все по порядку. Сначала разберемся с течью. Придумала. Есть еще жвачка? Без сахара. А что ты с ней будешь делать? Увидишь. Если есть проблема, я смогу ее решить. Больше вода не будет заливаться внутрь. Я заткнула пробоину жвачкой. Корабль починен. Да! Но что насчет водопада? Ого! Джет, помоги мне толкать. Хорошо.
Точно! И раз, и два! Реактивная скорость! И раз, и два! Получилось! Мы не упадем с водопада! Да! Теперь ты должен чувствовать себя настоящим викингом, Карл! Ты вел себя так храбро! Тусун так, Джет и Мира! Не за что, Карл! Готова лететь? Поздравляю! Супер-крылья! Мы доставляем!